Давай попробую его добавить. Ваня, можешь помолчать, плиз? Сейчас я добавлю к нам мармочка. Не занят у тебя. Чё ж ты такой-то педрила? Чё ты такой педрила не хочешь добавляться, а? Я тебя все равно добавлю. Мудила. Алло? Алло? Здравствуйте, мистер Мармок. Так что, почему мне нельзя купить пиар на вашем канале, а? И вроде канал нормальный, контент тоже качественный становится. У меня зрители многие смотрят. Донаты могу сразу закинуть. Напишите хотя бы что-нибудь. В чем именно вам не нравится? 720 пикселей? 720 пикселей я потом и на 1080 подниму. Разрешение экрана тоже будет со временем подниматься, улучшаться. Да и к тому же, вроде, контент смотрят. Я думал, если я у вас куплю пиар, то вы как бы дадите первый вздох моему каналу. И там он начнет постепенно расти, улучшаться и так далее. Нет, не получится, не? Ну, все-таки обидно. Однако, все-таки мне интересно, а почему ты сначала был Женей, потом стал Юджин Студио, а теперь мистер Мармок? А? Почему ты им вдруг резко стал? Ванька, скажи так. Ладно, все, извините, Мармок, вы попали на YouTube. Простите, пожалуйста, без вашего разрешения. Теперь до свидули, Мармок. Как быстро послать мистера Мармока до свидания. Демон, дрисни, я не хочу с тобой иметь дело. Ваня, как быстро послать за ютубера куда-нибудь? А прикинь, если бы это был настоящий, да? Ты представляешь? Слава богу, он не настоящий. А вот еще один Мармок в жопу его. Пойдет фейковые знаменитости. Все, Ваня, скажи пока. А? Че? Скажи пока. Пока. Пока всем, подписываемся на мой канал. Дан, ты не 500 рублей. Все, всем пока. Минута самопиарчика. Да. Знаешь, это минута самопиарчика. Подписывайтесь на мой канал, Дан, ты гони 500 рублей. Все, всем пока, да? Да. Демон, свали нахер. Все, ребята, вот такие вот у нас были пироги. А, чувак, как тебя удалить-то? Мармок. Вот, отлично. Я ему название придумал. Для этого фейка. Ты потом увидишь, какое название и как мне его потом замутить. Ну, я его как-то потом из контактов удалю и все дела с ним сделаю. Все, ребята, пока.